Девчонки, всем привет! Блин, посмотрите, как просто такой свет классный в комнате, мягкий. Я прям... Фу, так ярко. Короче, у меня сегодня очень удачный день. Я уже месяца два искала себе какие-нибудь красивые, удобные уги. И уже заказала на Вайлдберрисе. Должны были привезти. Но заехала сегодня в Карри и наконец нашла. Ура! Натуральная замша, в общем, стоили они 4. Посмотрите, какая на них акция была. Короче, это прям то, что надо. Не длинные, не короткие, прям вот как я хотела. Внутри натуральный, по-моему, этот. Сейчас посмотрю, кстати. Да, внутри натуральная шерсть. Что там написано? Натуральная шерсть. И натуральная замша. Класс, я так счастлива, наконец-то. Ничего лишнего вообще, никаких сейчас, как любят поналепить. Там сзади стразы, здесь стразы, какие-то банты. Не знаю, может быть, это кому-то нравится и прикольно, но мне кажется, так гораздо лучше. Еще заезжала новая сеть магазинов Монди. Это что-то типа Красного Куба, но, как я понимаю, это все, в общем, с Алиэкспресса, с Китая, откуда. Такие вот подсвечники. Подсвечники, да. 400 рублей. Желтенький. Серенький такой же. Вот. Класс. Мне прям приглянулись они. Ну, в общем, как я и сказала, хочу переделывать. Хочу, наверное, все-таки мы закажем химчистку дивана. Вот, потому что... Ну, диван на самом деле очень удобный, он очень клевый, большой. Единственное, сюда можно вот будет перешить подушки, какие-нибудь две желтые, почистить диван. Еще я уже говорила, жду сейчас пледы на обзор. Сюда, в принципе, можно серый, желтый. И хочу заменить ковер, наверное, на темно-серый. Вот, что еще? И еще сюда хочу полки. Потому что какая-то она прям слишком пустая у меня эта стена. Вот, на этом пока, наверное, перемены закончатся. Но я вчера ездила, смотрела ковры, опять ничего мне не нравится, все с какими-то рисунками. А вот такого плана серых я не видела. Может, кто-то видел в каких-нибудь магазинах, типа больших там, Оби, Икеа. Если видели, напишите, пожалуйста. Ну, вот с таким, с длинным ворсом. Я собираюсь к Варюше в сад. Сказали взять сменку. Какая-то там будет игра в школу. Вот я говорю, нам и так дома школьных игр хватает. Но сказали то, что все будет весело. Одела юбочку и новую кофту, чтобы было удобно. Все, поехала. Мы сидим второй день с Варей дома. Но это, конечно, перестраховалась. Вот у нее кашель. И мы вчера решили сходить в поликлинику. Я сначала ходила с своим пятном. Вот, взяли у меня кровь, значит, как это называется, соскоб. А сейчас пойдем за результатами анализов. Вчера Варю тоже послушали, сказали дышать бирдуалом. Не знаю, что там такого уж серьезного она услышала. Сейчас, в общем, подышим и пойдем. Тут недалеко.
И Василису я тоже вчера заодно записала на анализы, на кровь. Пускай тоже сдаст. В общем, всех разом в один день решили. Вот завтра собираемся ехать на Гринча в кино. Варя очень любит фильм с Джимом Керри, а сейчас вышел новый мультфильм. Вот у нас в Москве он с 13 декабря. Вчера была, получается, премьера. Хотели поехать вчера, но уже к вечеру сил вообще не осталось. Папа наш не захотел ехать, и мне как бы тоже не хотелось. Поэтому решили завтра с Аришей, с Региной поедем. Хотели взять еще Василису, но решили все-таки, что полтора часа она, наверное, не высидит, и будет, конечно, тяжеловато. Поэтому она сказала, я лучше поеду к Мирочке. Вот так. В общем, сейчас пойдем. Тут очень прохладно, да? Привет. Холодно, блин. Короче, сходили мы. Варя, блин, страшно. В общем, у меня это сейчас аллергический дерматит на нервной почве. Макс надо мной ржет, говорит, господи, с кем я живу? Ты псих, что ли? Вот, сестра его тоже посмеялась. В общем, прописала она мне какую-то мазь. Сейчас забыла. Вот, мазь. Вот этот малюсенький тюбичек стоит 600 рублей. Надеюсь, что он мне поможет. Но она сказала, что как белое пятно все равно останется, потому что лицо у меня смуглое, загорелое, видимо. И вот, ну, как бы должно со временем сравняться. Но главное, чтобы больше не шелушилось. Мы едем на Гринчу. Эй, скажи привет. Едем сейчас за ребятами. Хотел поздравить. Нет, пока не с чем. Мы приехали в кино. Гринчики. 4. Сфоткала? Так, делаем. Дровик? Да. Что такое дровик? Полежка? Да, полежка. А что, они там настоящие, что ли? Да. О, правда, настоящие. Класс, так красиво, все по-новогоднему. Сфоткала? Так, а мы потом пойдем на полицейского с Рублевки, старшим составом. А потом еще хотим на Мэри Поппинс пойти. Щелкунчик что-то в цене. Останется. Варю вообще у всех отбирают. Варя, да-да, копну сюда, копну туда. Уже выложила. Она даже успела уже выложить фотки. Я тут всех в туалет вожу. Все, мы у ребят. Как всегда, все по-домашнему. Эй, моя козявка. Мамку обрыгала немножко, да? Об стол кубой ударилась, мамку обрыгала. Обо что? Хорошо. Давай открою тебе. Можно? Я очень не люблю. Конечно, сладкое. Все, что сейчас будет? Держи. Нет, она поела курочку. Ну, что она поела? Дай чупа-чуп синий. Какую конфетку? Бобс будешь? Дай, пожалуйста. Ну что, нужен нам третий, а? Нет, нужен! Я приехала... Господи, что со мной сегодня? Приехала в Икею. Хочу... Господи, я не буду себя снимать. Хочу комод. Хочу комод и хочу желтые подушки на диван новые. Регина тоже просила ее посмотреть. Смотрите, у нас все деревья, я даже не поняла, из-за чего это. Они просто все белые, они слиты с горизонтом вообще. Смотрите, все-все-все беленькие, прям облеплены снежком. Короче, я купила комод, я купила ковер в гостиную. Добрый мужчина на парковке мне помог погрузить, потому что комод вообще неподъемный. Там я его скинула с полочки очень удачно на тележку, а вот погрузить в машину уже не смогла. Сейчас еду в автосервис, у нас зависла стрелка, которая показывает бензин. Вот, так что сейчас будем чиниться. Вот купила серый ковер. Ну, прям совсем не намного меньше.
Ну, это даже хорошо, потому что комод будет немножко шире шкафа. Вот, и вот такие вот наволочки. Я уже одну одела, вот на эту подушку. Очень приятно на ней будет даже лежать. У меня тут девчонки любят на этом диване позависать. Вот, то есть серый ковер, желтые подушки. И жду пледы. Два пледа серых будет вот такой же текстуры. То есть можно будет менять сюда и серый, и желтый, в принципе, кидать. И серый, и желтым. Вот. Комод я не смогла пока поднять. Вечером будем с Максом, потому что, ну, правда, очень тяжелый. Даже не стала пытаться. Все, постелила я ковер. Подушки. Мне так нравится. Сегодня еще вечером соберу комодик. Все, девчонки, на этом буду прощаться. Всех целую, всем пока.